О том, как могут ужиться в одной семье критик и художник, Лариса Радованова рассказывает с улыбкой. Полвека они радуются собственным успехам и поддерживают друг друга в любой ситуации. Виктор Иванович человек сложный. Мне было не всегда легко находить с ним общий язык. Но я нашла. Через юмор, через вот такое вот доброжелательность. Нужно сказать, что он очень хороший искусствовед, очень. И он для меня является всегда поддержкой. Вместе с представителями внешнеполитического ведомства на выставке присутствуют коллеги, друзья и ученики Виктора Радованова. Даже в таком преклонном возрасте Виктор Иванович не перестает творить, говорят его коллеги. Сам художник рассказывает, о географии своих путешествий может вспомнить, взглянув на картины. Когда я был помоложе и поздоровее, я ни одно лето не проводил дома. Обязательно рюкзак на плечи и вперед куда-то, там то ли на лодках, то ли пешком, то ли автобусы какие-то, но обязательно какие-то путешествия были. И я во всех этих путешествиях обязательно писал, брал с собой сюда этюдник и всегда писал какие-то работы. Уже 2 года гости республики могут узнать о Приднестровье через работы именитых художников. Многие из них, говорит Виктор Иванович, когда-то были его учениками. Виктор Иванович Радованов – это один из родоначальников, наверное, нашей школы живописи современной. Достаточно сказать о том, что художественная школа Михайницкого, существующая больше 50 лет, все эти 50 лет Виктор Иванович там преподает. Искусствоведы говорят, в работах Виктора Радованова есть вся цветовая гамма природы нашего края. Полотна, принадлежащие его кисти, выставлены и в картинных галереях за рубежом. Многие есть и в частных коллекциях. Татьяна Лилица, Александр Богатый и Денис Гуляев. Первый Приднестровский.